Дорожные службы в Приморье ликвидируют последствия циклона. На краевых дорогах работают около 200 единиц снегоуборочной техники. Проезд открыт ко всем населенным пунктам. Для обеспечения движения дорожники работали всю ночь. На данный момент проведена пересменка, дозаправка транспортных средств и загрузка противогололедными материалами. Очистка и приведение дорог в нормативное состояние будет продолжено в течение суток. Погода была, конечно, у нас сложная, потому что поначалу у нас пошел, естественно, снег, потом превратился в град, потом пошел мокрый снег. Происходило налипание на дорожное покрытие, как бы усложняло уборку данные осадки. Но все дороги города Владивостока, артерии были обработаны центральные. Вот сейчас на данном этапе переходим на тротуары, конечно, бьем удар для пешеходов. Перекрывалась также у нас, получается, объездная дорога, это для грузовых автомобилей, фур. Вот сейчас движение открыто, по объездной, как бы, проблем у нас не намечается, все в рабочем порядке. На данном этапе в городе Владивостоке организована одна площадка, это на улице Фадеева, бывший зал-отвал. С ДГК данная площадка согласована, туда вывозят муниципальные предприятия, свозят снег. Также управляющие компании и все учреждения города Владивостока.